А вот испанская Майорка на фоне новой волны COVID-19 заканчивает туристический сезон. Большинство отелей на популярном курорте уже не работают, а те, которые пока остаются открытыми, скорее всего, тоже уйдут на перерыв. Ожидается, что к 15 сентября они все будут закрыты, заявляет в местной ассоциации отелей. На количество посетителей Балеарских островов особенно повлияли ограничения, касающиеся немецких и британских туристов. В выходные помещения отелей и пляжные зоны казались почти безлюдными.